Друзі, політична жизнь б'є розводним ключом на двадцяточку прямо по маковці. Політичні реалії багатіші за будь-яку навіть саму збочену фантазію. Коп-стоп, ми подошли із-за угла. К прокуратурі. Коп-стоп, не на того ти шиєш діла. Вел образ жизни слишком светский, закрыть не смог Донецкий. Вот-вот. Наехал, блин, на кума. Каким ты местом думал? За жродочный. Наделал столько шума. И перо за это получай. Прямо, так сказать, неожиданно под дых. Гоп-стоп, ты зря заделался бугром. Гоп-стоп, и на тебя есть штык с винтом. Он хлопец очень головатый, солидный и богатый. Ну и сам, конечно, из адвокатов. Характер, правда, пацаватый. Зато моторный, завзятый. И к тому же, типа, патриот. Ну, роман Достоевского так и назывался. Патриот. Гоп-стоп, не кипятитесь, я уйду. Гоп-стоп, теперь имею всех в виду. Бумаги все по дипломатам, уйду я с компроматом. Подамся в депутаты с вот таким мандатом. Оставлю всем вам дулю, а сам в объятья Юли упаду. Ты подиви, який подлец. Вызываю вас на дуэль.